Так, это деньги, которые ходили в Крыму во время Орды. Такую тарелочку посполитая взялась. Сигизмунд III. Город Тарун. 1632 год. Так, это что-то монетки. Императорский Рим. Покупать что ли можно? Я не могу понять. 9000, 8000. Дальше эпоха Ивана Грозного. Копейки, вот деньга у нас, такая деньга была, только другая, по-моему, еще, может, где-то и есть. Полушка. Рубли. Чеканили в жилье, куда бедно. Красивая монетка. Рубль один, уже кто-то второй. А ну вот они еще. Не все стенды. В должной степени расставлены, подготовлены. Гораздо больше экспонатов. Посмотрим то, что есть. Будет поотвернуться еще раз. Тоже не все монетки есть. Молдова и Валахия. Екатерина II. Пять копеек. Второе. Какие интересные скалони. Медь. 1763. А, ну вот это вот история уже про вот эти 5 копеек на шее почему-то. Алкашей, когда показывают, бьют щелчком. Потом расскажу. Да, по-моему, во времена Петра I было, что им ставили клеймо 5-копеечное. И они вроде как были не мы, почему-то не помню. А если заходили в какой-то кабак и били, показывали щелчком, то типа на 5 копеек нужно налить чего-то там бесплатно. Нам будут почитать потом. О, блин, 22 рубля, интересно, серебро. А, нет, это не 22 рубля, это рубль, это просто номер 22, это я уже туплю. Полтина. Рубль были очень большие деньги. А вот денежка есть, ай-ай-ай, не видно. Медь. 1850, 1855. Так, это же Российская империя пошла. Двадцать крушей. Это чьи вообще? Это Османская империя. Круши. Пара какая-то. Англия, шиллинги, кроны, пенсы, пенни, бриллиры, чентезимы.
еще такое? Сардиния. Копейки опять наши. Рубли. Курки. Еще есть 100 мира, 15. А нет, это царь какие-то. Наши изображены. Маркинг.